Вот он, первый снег. Давно красота красивая, и вкусно, вредно. Все, хорош. Поедет. Что? Опять без тебя уедет. Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Мы сегодня приехали за остатками осины, которые было завалило ветром. Опять у знакомого ручья. Сегодня у нас минус 3. Уже земля подмерзает. Пруды некоторые тоже уже прихватывают. Опять натаскавший, уже в другом месте? Нет. А, нет? На этой неделе ничего не сделал. Тут они выходные были. Смотри, Саш, как замерзло. Такие узоры уже рисует мороз. Ой, прикольно как. Нет, это не плесень. Я хочу ее взять, она тает. Называется куху осина. Да, в елках остатки осины. Верхушка. Обрежен, да. Начинает идти первый снег, залетает.
снежинки отдельные. Пока я резал, жена вынесла всю осинку к мотоблоку на ручей. Как оно? Тепло? Тепло! Остатки осины все вынесли. Полвозика будет. Ой, значит. Нажми на крестик, на крестик. Козочкам, может быть, будут уже кушать, хотя они позже начинают есть елку. Ну, посмотрим. Подъехали к знакомой березке с другой стороны, чтобы порожняка не гонять. Что-нибудь еще порежем. Получился у нас сегодня полноценный возик. Сколько смешанных... здесь? Кубик есть? Нет. Не, полкуба. Полкуба. Полкуба, полкуба. Сколько мы тогда заработали? 30 евро? Не знаю, сколько заработали, все наши. Плюс дрова, дрова идут хорошо. Дров, как и денег, много не бывает, поэтому вон еще там ольха вон есть. Ну, мы в режиме экономии, мы... котам через день топим пока. Мы как с тобой санитары сегодня опять подобрали старую ломаную осину. Чуть почистили ломаную березу. Ну, мы по этому поводу не переживаем, что мы санитары. Нет, конечно. С вами был канал «Хуторянин выходного дня». Всем пока, до новых встреч. Всем мира, добра, будьте здоровы.